В минувшие праздники произошел целый ряд трагических ДТП. На Энгельсской стороне нового моста через Волгу водитель Даунексия не справился с управлением и врезался в световую опору. В машине находился один пассажир, он получил серьезные травмы. Сам водитель погиб на месте. Еще одна авария произошла близ села Клещевка Саратовского района. Там столкнулись ВАЗ-2106 и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на встречку и врезался в иномарку. В результате столкновения погибли трое мужчин, пассажиры «шестерки». В другом ДТП в центре Саратова столкнулись три автомобиля. На красный свет проехал водитель «Рено Логан» и врезался в «Ладу Приору» и «Хюндай Солярис». Мужчину, виновника аварии, пришлось госпитализировать. Владельцы других машин не пострадали.